населен. Все приехали, а те, кто приехал, товарищи, у вас в специальных карманчиках, которые расположены на сиденьях, вот такие красные палочки. Это не крабовые палочки, это палочки света. Они специально вот так разложены, потому что будет... Они разложены специально для того, чтобы мы все вспомнили, что произошло совсем недавно, в сентябре. Я думаю, что вы все понимаете, о чем разговор. Ярославский «Локомотив» всегда будет жить в наших сердцах. Вот так, мои дорогие друзья! Очень трогательно и красиво, простенько, но вот так, как и нужно. Так, чтобы тронуло сердце, так, чтобы тронуло слезы. Мы вспомнили «Локомотив», которого с нами нет. Жизнь продолжается. Продолжается.